Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить нашего синего бухого Эйба. Опять. Освободи духа отмеченного, я понял. Так, L1, L2. Опять, короче, не получилось у меня записать. Потому что, блин, будет где-то раз в месяц, два дня, что... Раз в месяц, два дня, ну это нормально, да? Типа, что я не смогу, короче, записывать, скорее всего, я не знаю. Что тут у нас? Так, подожди, и чё? Вот так! А! Побегали! Быстрее! Чтобы ко мне не так, нету секреток. Да блин, тут это башка. Так, секреток пока вроде не вижу. Вылези! Хорош, успел. Хорош, так нормально. Так, теперь я что, куда? Где? В дверь? Не. Я же не пропустил секретку. Блин, вот этих в джунглях мне не интересно то, что здесь нужно какую-то хрень делать, короче, а не спасать этих мудак, чьей сраных, долбанных. Так, тут ничего нет, я так понимаю, да? Ну да. Так, ну смотри, здесь вроде бутылок не вижу. Не. Тихо. Оп. Так, а куда мне? Куда, наверх? А я наверх не достану, да? А, не достану в натуре, смотри. Бутылок не вижу. Так, эти... Гномики спят, блин, ублюдки. Ладно, пойдем сюда. А вообще давай сохраняться буду почаще. Так, ну-ка, что, куда это? Ага, наверх, хорошо. Если наверх, то спуститься я всегда успею. Да ты чё? Окей. Подожди, а эта же херня сейчас это взданет. Да блин, сука, а как? Он сожрал меня. И какого хрена он это самое, не ударил, когда я ему ударил? Что за херня? А может я просто вот так сделал? Да блин, вот это я сейчас тупанул. Так, ну мне нужно будет как-то... А чё рука? Так, земной кошмар на четырех ногах питается всем, что находится на его территории. Даже фличи держатся от них подальше. Хорошо, я так понимаю, нужно этого мелкого убить, потом его закрыть. А, чтобы резать на куски... Ага, я помню. Угу. Сейчас, короче, нужно открыть. Вот, заарканить. Сожрать эту херню. Пойти назад и закрыть. Я так и понял. Ну-ка, где ты там, падла? А ты, сука, на! Гня! А как там, орать-то? L1, L2. Roar! Так, погнали назад вот сюда. Бах! Блин, он жесткий, мощный. Так, подожди. Опа. Почему я не... Да вылези. Быстрей. Ага, хорош. Падла. Гребаный. Ладно, вот так будет правильнее. Я думаю, это правильное решение, да? Я так понял. Так, и чё, невидимость, что ли, да? Так, ну смотри, мне же там ничего не надо. Ну тут все, да. Вроде там нету секрет... Блин, подожди, там нету секретки, точно? И дальше посмотрю. Не, не вижу вроде. Хо-я! Стой, стой, стой! Ебланосый ты, пи-да-бзгулевнзар! Собакинск ты синий! Падаль! Ну грёбаный ты, ну зачем ты так сделал? Придется нажимать в руку, все равно, вдруг она что-то делает, я не знаю. Я провтыкал. Два раза. Так, сейчас открываем. Арканим. Так, давай. Арканим. Ну-ка, подойди сюда, ща, блин. Так. Сука. 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 На. Няу. Опца. Опца. Хорош. Так, нормально все сделал. Оп. Бам. Буду бам. Ну что, нужно было слезть аккуратно, как всегда. Я спешу, чтобы побольше записать. Ну нет, это как всегда. Когда спешишь, оно всегда так получается, что ты ни хрена не успеешь, если ты будешь спешить. Чем быстрее ты спешишь, тем медленнее ты спешишь, понятно? Логично? Все же логично, сказал. Хер ли вы проснулись-то, блин? Don't feed the fleeches, не корми фличей. Будешь сожран нахрен.
Понятно? Не кормите их. Так, а чё, подожди, в смысле? А если я вот так упаду? Ты серьезно? Все, я невидимый, нахрен идите. Удозвоны. Не понял? А, это наверх! Серьезно? Ага. Окей. А, дверь открыл, да? Ну, не понял, конечно, да ладно. Тут так и должно все сработать. Смотри, секреток вроде нету, да? Тут бутылочек нету. Я-то хотел бы снизу проверить, но не хочу. Но если нет бутылочек, значит нету секретов. Все, мне так и сказали. Я сверху, рука сверху, все нормально, рука. Че ты мне скажешь? А чтобы... Да ты заколебал, ты че, не гаужи? Я-то знаю это, зачем ты мне каждый раз это... А что это за херня? Летающая вот это. Сейчас пойдем посмотрим, может там кого убить надо. А! Это закрывается, открывается. А, окей. Так, а подожди, он все равно же откроется. А, подожди, а если... О, а я могу их натравить друг на друга или нет? Может, хоть один минус сделаю? Тука, тут что? Слэш! Подошел! Опа-на! Он меня шваркнул. Хорошо, так, от... Блин. Иди сюда! Я тут. Блин, а я-то не могу теперь этого заарканить. Если я упаду, я не залезу. Давай на следующий слот. Хорошо, это одноразовая херня. Так, и чё? Будете драться? Кого заарканю, того или того? Давай этого, хорошо. Сейчас я ее как раз и закрою нахрен. На, сука! Как дом, как дом, как дом! Все, отлично. А, он, видишь, он не может закрыть. То есть открыть. Он не может открыть, а я могу. Хи-хи-хи. Так, а еще нужно одну. Так, секреток нет? Точно нет? Я уже просто не знаю. Блядь. Пидорас. Беги! Закрой! Не, спасибо, не закрыл. Так, все нахер. Блин, здесь секреток вообще на джунглях уровня вообще нету секреток почти. Бегаю, 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 секреток вообще ни одной, смотри. Тут все закрыто. Кто там чавкает? А где это он чавкает? Где-то на втором этаже? Окей. Ну, я надеюсь, я ничего не пропустил. Ну, вроде там бутылок нигде не было, но я же был внимательный, нет? Или здесь что-то другое должно быть на экране, чтобы показывала секретку. Ладно. Вот! Здесь есть секретка. Вот она! Где? Куда я иду? Ух ты, блядь! А в смысле? А чё? А чё делать? Прыгнуть в эту херню надо? Ходя! Где я? Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Стол, сторм, кеннелс. Так, ну я так понимаю, здесь это надо нажать. И эти упали. Ага. А чуваков-то куда? Подожди. Ага, сейчас. А, не понял. А чуваков куда девать? Вниз. Куда ты? Время, блядь, сука. А ну на время. Чё это? Зачем? Не понял. А, тут стена. А выключи. А он не выключает. Вы прикалываетесь сейчас? Мне нужно прокатиться. Ау. Рано. Так, а подожди, я так и не понял, что делать. Если я нажму эту, у меня резко вниз, и что дальше?
А, тут, блин, закрыто. Двух нужно спасти. Ага. Хорошо, я понял. А, за мной. Прости. Блин, подождите, я сейчас сложно очень. 14. What the fuck? Пацаны, убегаем нахер. Двое. Так, хорошо. А чё 14 осталось? Там было 75. Так, подожди, нужно сохраниться, чтобы не сожрали. Ну, я так понимаю, все правильно сделал. Наверное. Ну да. Получается, да. Капец, секретка хорош. Скраборама, opening soon, скоро откроется. Смотри, скрабы атакуют неуклюжих мудаконов. Слушай, слушай. Спурджи лезут под нож. Чувствуй, мягкая речь фличей. Блин, что написано-то? Непонятно, что написано. Это что вообще такое? Игра какая-нибудь будет новая или что? Так, ну подожди, аж секретку все, там два написано было, значит два. Подожди, тут же... Нету ничего, да? Блин, почему с разбежки нужно это делать? Почему он не может просто зайти туда? О, 6! Серьезно? 7! Вы чё? Ёлки, я помню по первому уровню, по первой игре там такая же херня была. Ядрёна вошь! Вот она долго, ты чё, их... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь нужно зажечь. А чё восемь-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А где восьмой-то? Ну ладно. Блин, вот это сейчас будет жопа, я тебе отвечаю. Вот эти вот огоньки зажигать, я помню эту херню. Куда? Сюда? Или не сюда? Вот куда? Я не знаю, в ту дверь, в ту трубу или в эту дверь. Я где? Так, хорошо. Тут надо два. Тут чего? Тут секретка где-то. Только я не знаю, мне сюда или вниз. Вот как это понять? Куда мне, блядь? Ну, вниз, да, молодец, красава. Так и сделал. Подожди, а если я вон туда прыгну? Просто чисто ради прикола. Вот это что такое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть дверей. То есть мне все шесть нужно будет все равно зайти, да? Ну так, ладно, пойдем тогда в первую, ладно, мать так. Мать тебя так, если во все двери нужно будет зайти, значит пойдем тут, значит сначала сюда по первой. Хорошо, там есть секретка, но я сейчас попробую в эту трубу упасть. А, так там смотри, можно еще вниз пойти. Нифига себе. Так а куда мне точно? Как это все сложно. Вот смотри, я могу еще сюда поперть. Труба. А, мне же нужно все эти, да? Ладно, это куда? Ёб твою мать! Ты дурень! А, сука, я не думал, что он здесь выпрыгнет. Блин, я опять забыл сохраниться, чтобы постоянно вот эта загрузка. Ладно, давай ускорим. Все-таки быстрее. Хорошо. Надо как-то этих... Блин. Ладно, пойдем сюда, короче. А что здесь... А, все. Что это за труба? Как... Что? Куда она? Подожди, я хочу просто проверить, куда она ведет. А, понятно, спасибо. Что быстрый подъем. Быстрый подъем. Так, два придурка. А, так они на моем уровне, эти два придурка.
Ага, сейчас я открываю рычаг. Бляха-муха, нужно сохраниться. Ты что, нужно сохраниться здесь на каждом шагу? Так, открываю рычаг, они лезут сюда ко мне. Вот суки языкатые, блядь. Спрыгни. Бегу. А секретка где? Вот тут? Нет. Подожди, а где секретка? Блядь. Да ядрить твою мать, что они такие быстрые, это падлы? Подожди, а секретка-то где? А секретка может быть где? Где? Ах, хер его знает где. Чё-то не вижу секретки здесь. Хотя я мог бы сделать вот так просто. Я не вижу секрет. Да ты дурень, блядь! Ёбаные волейболисты. Да ты посмотри, что они творят. Слезь, дурень! А где секретка? Подожди, тут секретка на этом экране есть. Только я не пойму, где она есть. Куда мне нужно запрыгнуть? Бля, что-то сложно. Они очень быстрые. Они очень быстрые. Где секретка-то? Ну, труба, скорее всего, это не то. Может, вот тут? Нет. Ага, вот, блядь. Ебать! О, спасибо, блин, массаж спины прям вообще вовремя. Ха-ха, хорош так-то. А я откуда знал, что там такая херня на меня будет лететь? Да, блядь. Там нужно как-то быстро? Успел. Хорош. Так, подожди, туда же ничего. Ну, я так понимаю, я правильно сделал? А может быть и нет. Вот это я сейчас затупил, да? Я нормально. Так, в принципе, я могу его заарканить. Только для чего? Хотя мне нужно, в принципе, сделать как? Мне нужно открыть портал. И сейчас, короче, когда он побежит сюда, я быстренько спрыгиваю, и он меня убивает. What the fuck? О-ха! Как он меня убил-то? А как он меня убил, если я проспрыгнул после того, как он перебежал уже? Что за херня? Это так вообще-то нормально? Что за брэм-брэм-брэм-брэм? Бах. Подожди, а если я в эту трубу прыгну? Так, а все равно, а какая разница? Он все равно за мной побежит, какая мне разница. Я ничего не сэкономлю, скажем так. Блин, вот это сложная эта штука. Да потому что, блин. Ну, мне по-любому сюда, я тебе отвечаю. Потому что мне сейчас нужно как-то... Я только не знаю, как это сделать. Так, чтобы он, короче, меня не убил. Вот, я не знаю, я спрыгнул вовремя. Давай сохранюсь. Заколебался я уже бегать. Да не успевает, он даже развернуться не успевает. Да, на голову прям. Да, я, вот смотри, я же падаю ему прям за спину. Да иди ты нахрен. А все, это непроходимая херня. Ха-ха-ха, сука, пидорас. Ах ты, ублюдок, я понял. Окей, ждем. Да ты... О, хорош. Пригожок! Блин, я забыл прыжок. Пригожок, блин, пригожок. Пирожок ты гребаный. Давай, я понял. Это сейчас было четко, я четко его перепрыгнул. Оп. А чё я сюда в этот секрет пришел? О, вот секрет. Блять, что делать? Ай, я понял, не успел. Да блин, не успеваю. Так-то, если чё. На, не успел бы, бляха муха. Сложно, это сложно, реально сложно. Да ну блин, там же этот идет. Пилы эти гребаные. Да не, не успевает он. Ни хренашеньки. А куда, вниз, вверх? Да ты дура. Он еще и так умеет драться, падла. Ух ты, бля. Я живой, пап. Нифига себе. О-о-о.
Это чё? Да я не успеваю, он сразу же меня карканит. Ага, это открывает ту дверь. Так, а та зачем? Подожди. Может, мне туда надо? Я не знаю сейчас, что делать. Ну вот. Нет, там тупик. Да нет, я не знаю, что тут делать. Я сейчас не знаю, что тут делать, реально не знаю. Я вообще не в курсе сейчас, что тут надо сделать. Это жесть. Да не, он ни хрена вообще не успевает. А что делать надо? Не пойму, что надо сделать. Мне уже как-то его закрыть, а как? Не, не понимаю, что надо сделать. Сейчас не понимаю, что надо сделать. Да, блядь, какого хера ты так быстро все делаешь? Ты заколебал, чувак! Да ты смотри, он какой, блядь, прошаренный-то, падла. Он сразу же все делает. Только это сразу удар, блядь. Даже я не успеваю, даже смотри. What the fuck? А все, если я перейду на тот экран, там как хана этим будет. Нет, не вариант. Блин, сложно, реально сложно. Очень сложно в плане этого. В плане управления. И чё? А как я его закрою? А он же туда не пойдет. А! Не, не так. Да, я вообще уже не успел, я понял. Это невозможно сделать. Это не успевай. Нет, не хватает времени. Он очень долго арканит. Быстрее ты, блин. Да быстрее вы, ну чё вы окейкаете, дебилы, идите просто, да и все. Стоят окей, окей, блин. Быстрее можно, не? Пипец просто. Блять, они уеб... Блять.
А, подожди, а как я это сделаю? Они что, не пойдут все равно? А я не успею в любом случае. Подождите, ребята. Я не успеваю два раза зарканить этого, успеть спрыгнуть, короче, нажать рычаг. А я не успею это сделать. Я реально не успею это сделать. Это нереально успеть. Тут бы еще кнопки не путать, было бы вообще зашибись. Если бы в панике кнопки не путать. Да куда ты проскакиваешь-то? На! Так, хорошо. Работать, работать. Этого-то я закрыл. А как этих-то спасти, если там нужно все очень быстро делать? А, блядь, они пока окейкнут, это просто жопс. А... Фу, ёбаная херня. Так, а хорошо, а как отсюда выйти теперь? А, труба. Капец, вот это сейчас было сложное задание, реально сложное. Подожди, а мне как вернуться-то? А, вот тут. Вот вы ублюдки, блядь! Сука, они просто бесят. Так, хорошо, если они сейчас... Подожди, туда, мне надо в трубу, короче. Я сейчас пойму как. Это, смотри, вот так нажимаем. Ждем, пока они сюда придут. Да блин! Сука. А, там тоже труба была. Эй, я ее не заметил. А я эту трубу реально не заметил. Отвечаю. Так, секретку я сделал, да? Теперь нужно вниз пойти нам. Вы что, там за мной, что ли, ублюдки? Сейчас вздумайте еще, блин, на второй экран перейти. Я вас отхерею просто. Так, спокойно, сохранил здесь. Еще нужна одна дверка. Так, это наверх, я так понимаю, да? Или куда? Или сюда? Это сюда. Не, это сюда. Суки. Падаль. Нет! Да ты дурбин! Спокойно, может они уйдут? Блин, если бы они ушли, было бы зашибись. Сука, дурак. Какой ты дурак. Какого хрена они за мной бегают, я не понимаю вообще. Да ну не так! Чувак, не так! Не так! Чувак, не так! Вот так. Ну нормально же все было. Чё ты как придурок, блядь, себя ведёшь? Ай, так, хорошо, здесь секретки нету. Это не туда, надо наверх. Да встань ты! Чё ты качаешься? Встань! Так, хорошо. Есть эта херня. Оп.
Бляха, как сложно это, я вам отвечаю. Просто сложно. Реально сложная игрушка. Просто нереально. Фух, ну хорошо, прошел. Хоть как-то, но прошел. А, так, я где? Я зажег первую заразу. Хорошо, давай вот сюда теперь пойдем, попробуем, сейчас сохранимся. Пиздик. И тут каждая секретка, скорее всего, будет. Где есть какое-то количество мудаков. Так, ладно. Тут что, тут секретки нету, хорошо. Опять эти мелкие пин-пин-дю-дю-дюси. Я просто все проверяю. Мало ли. Так, подожди, этот... А, и чё? Чё мне с ним делать? Так, пока непонятно. Подожди, если я открою... Тут они перейти не могут, да? Так, сейчас, подожди, не понял, что делать. Если открою, они побегут за мной. Есть ли в этом смысл? Если открою, они побегут за мной. Но там рычаг. А, там не рычаг, там эта херня. Вот это я не успею сделать ничего. Хотя не успел. А теперь нужно как-то наоборот все это сделать. Блин, они же за мной пойдут сейчас. А хотя пускай идут. Ага. Теперь я их сейчас убью просто, да и все. Блин, у меня невидимость что ли была? Сука. Ну чё, кого ты тут начал жрать-то, падла? Иди сюда, блядь. Падали. Так, а подожди, а я невидимость-то просрал? Подожди, а как? Бляха. А подожди, стоп, я не понял сейчас действий, порядок действий, не понял. То есть, стопешка, не понял все равно. Я понял. Надо, короче, знаете как? Типа. Берешь этих чуваков, открываешь. Ведешь к этому придурку, берешь невидимость, ну да, в принципе, такой порядок действий. И просто это. Просто убиваешь, а потом берешь невидимость. Не все сразу. Давайте, пацаны, за мной. Куда ты меня щемаешь? Так, берем, короче, этих убиваем, падл. Хе-хе, теперь идем, берем невидимость. Короче, вот такой порядок действий, смотри. Прям такой не очень-то интересный, потому что очень долго все делается. И потом врубаем просто невидимость и отключаем следующий рычаг. Все. На. Я забыл, что это невидимость, блин. Просто ее истратил, так сказать. Привет. Бам. Пока. What the fuck? А чё за... А чё за прикол-то? Я успел, там времени еще было. Чё, невидимость-то? Она не быстро спад... Чё, А чё за прикол? Чё за херня? Чё это было-то сейчас? Почему он меня убил? Я сделал буквально... Вот это сейчас повезло. Я сделал всего пару движений, какого черта-то? Туда-сюда и все, я сразу назад пошел. Какого хрена невидимость так быстро исчезла? Чё за прикол? Это не вариант. Да пошел ты, блядь. Я уже все. Ага, попались, суки! Блин, как бы его так сделать, так чтобы он свалил отсюда? Почему их нельзя распидорасить, сука?
своим вот этим вот... Почему нельзя? Так, хорошо. Сейчас берем невидимость, подходим к нему и думаем, как это сделать. Я, блин, думал, это так, да, невидимость меня подставила. Спасибо, пожалуйста. Почему бы и нет? Невидимость просто подставила. Почему она так быстро прошла, я вообще не в курсе. Тогда я бегал там в ней вообще хоть полдня. А тут, короче, бумки, все. Даже не успел одно действие сделать, реально. Так, подожди, как мне вот так, наверное, скорее всего, прыгнуть, да? Давай, сохранился, короче. А! Успел. Вот я, вот только невидимость. Так и там я в невидимости еще был, он меня захерачил. Падла. Падля такая. Че, это две двери всего, да? Блин. Да до хрена еще. А это еще не конец. А, это еще ни хрена не конец. Ой, блях. А, спасибо. Так, там что, невидимости не будет? Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Еще две нужно. Так, а подожди, а как мне сюда попадать вообще? Чё-то не понял. Через трубу, что ли? Хреново. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. А подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Эйба. Я что-то сейчас прям вообще не понимаю, что тут надо сделать. Ну да ладно, разберемся. Все, всем пока.